Здравствуйте. Вы смотрите программу «В объективе». И сегодня у нас в гостях, а точнее мы в гостях у известного эстрадного исполнителя Сергея Любавина. Здравствуйте. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Очень приятно в этом замечательном храме искусств, в этом замечательном зале, в Молодечно, приветствовать вас всех от души. И я говорю всегда до скорой встречи, до съемки. 29 ноября у нас будет огромный, здесь большой концерт, съемка, будет оркестр, будут живые музыканты, будут новые песни, а также уже полюбившиеся вам. Однажды он решил: буду петь. И сделал все, чтобы так и было. Сегодня Сергей Любавин – российский певец, поэт, композитор. Необычный, завораживающий тембр, сильный профессиональный вокал, свежие, чистые песни о любви к женщине. Лирическая есенинская нота его произведений, полностью живой звук на сольных концертах, притягивает поклонников шансона. Засыпанная снегом Москва, а в Петербурге дождь и туман. И капельки воды на ресницах застывают снежинки. Ирония судьбы или обман? Я вечно где-то здесь, а ты там. И не хватает времени и силы отогреть эти льдинки. Ты ведь просто моя королева-бессонница. Глубину твоих глаз смотреть. Исцелованная под дождями бессонница, мне с тобой до утра от любви умереть. Мы вас застали сейчас вот прям на репетиции, да? А бытует такое мнение, вот насколько это хотелось бы знать правильно, да, что перед выступлением, перед концертом артисты волнуются, такое сценическое волнение. И опять же говорят, чем чаще выступаешь, тем меньше этого волнения. Действительно ли это так? Мы волнуемся очень сильно, и даже вот из-за этого специально выделили день и приехали в Молодечно, в Беларусь, чтобы именно ради этой репетиции, в общем-то, здесь пришел оркестр, пришел Григорий Семенович, уважаемый режиссер. Мы все поставили на то, чтобы сегодня посвятить весь день репетиции этой. Прописали эти несколько песен, прорепетировали их. Знаешь что, и мне чуть громче в мониторы, да? Да, чуть-чуть прям, буквально. Поехали. Так мечтал тебя найти, разгадать движение звезд. Стану на твоем пути от твоих черничных коз. Видно, вовсе не уйти. Как с тобой мы прощались, как дошли мы до края. Но, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что это зависит не от чистоты, наверное, выступления, а это зависит от зрителя, который приходит в концертный зал. Молодечно, мы уже будем выступать, это уже будет уже третий концерт. И я просто знаю, какой здесь у нас зритель, как они вообще реагируют на наши песни, как они отдыхают здесь душой и телом, как мужчины приглашают женщин танцевать. И просто, конечно, это скорее уже, наверное, встреча друзей, а не просто приезд артиста и не какое-то концертное действие. Так какой молодечный зритель? Он прекрасный, он замечательный, он великолепный, как и весь зритель в Беларуси. Потому что уже три, наверное, четвертый год мы приезжаем в вашу республику замечательную и ловим себя на мысли, что здесь мы просто, наверное, не работаем, а отдыхаем. И дарим людям свое творчество с огромным удовольствием.
Просто вот я сам как музыкант, как человек с детских лет воспитывался, брат меня старший воспитывал, Саша, на группе «Песняры». У нас были все диски Владимира Мулявина, все народные, все его вот, может, поздние работы. И я маленький впитывал это творчество, сначала просто, не зная языка, просто механически запоминал тексты и под пластинку, включая на проигрыватели, пел их просто вместе с музыкантами замечательного ансамбля. И поэтому для меня и белорусский язык, и, что явилось откровением, публика замечательная, она реагирует, это, знаете, вот мне напоминает в хорошем смысле Советский Союз, когда мы жили вместе все, и как вот проходили концерты, вот эта вот атмосфера некой душевности. Не какого-то концерта, что вот там стоит артист, здесь сидит публика, а душевности какой-то и искренности. Сергей родился в Новосибирске 10 апреля 1966 года в семье известного писателя Петра Павловича Дедова и его жены Ольги Григорьевны, учительницы русского языка и литературы. Старший брат Александр с раннего детства был примером. В апреле 1998 года Александр, служивший в органах МВД России, трагически погиб при исполнении служебного долга. В память о своем старшем брате Александре Сергей написал песню под названием «Брату». А вот сценический псевдоним – не что иное, как впечатление от романа Шукшина «Любавины». Брат, я провожаю в последний путь, наряжаю в рубаху белую и прошу, дай нам, Боже, еще чуть-чуть. Все, что хочешь, для этого сделаю. И свершилось, что было загадано на исходе последней твоей весны. Нам сказал Господь, ладно, пацаны, вот денек вам еще вместе погулять. Мы вернемся в ту осень сосновую и опять наберем нашей матери, и отцу справим избу новую, и за белые сядем мы с катерти, выпьем молча за парня, за русского. И отец молвит самое главное, чтоб жила его песня грустная. Скажут люди, семья у них славная. В возрасте 15 лет Сергей создал свой первый школьный музыкальный коллектив. В конце 80-х становится вокалистом профессиональной группы «Вояж» под руководством Владимира Иржанова. Группа, как и большинство профессиональных эстрадных коллективов тех времен, работала на городских танцевальных площадках, ресторанах и кафе. В этот период у Сергея началась настоящая взрослая гастрольная деятельность. В качестве солиста коллектива «Вояж» он проехал с концертами всю Сибирь. Раннее творчество Любавина сочетало в себе разноплановые композиции от стилизации под блатные и уличные песни до ярких зарисовок с натуры, из жизни лихих 90-х и композиции на стихи поэта Сергея Есенина. Я б навеки забыл кабаки. Вот вы сказали, что народ выходит и танцует, да? Мужчины приглашают, да, своих дам. Вот вам это нравится? Это мне нравится безумно, потому что я всегда говорю, что, ну,
концерты проходят неформально, и смысл в том, что люди приходят отдыхать. Ну, почему человек должен там 2 часа сидеть или 2,5, там сколько длится концерт, и смотреть на происходящее? Это тоже прекрасно, но иногда, почему бы нет, какая-то красивая лирическая песня, и я сам делаю на это акцент. Место позволяет, и мужчины, не мешая как бы общему зрителю, приглашают своих девушек, женщин, они танцуют, это замечательно. У меня есть даже песня, когда весь зал, мы встаем все, потому что уже как бы сидеть ноги устали, и все, и танцуем всем залом. Это какая песня? Вот, это я не открою секрет вам, а вы придете ко мне на концерт и все увидите, чтобы заранее не открывать каких-то тайн небольших. Хорошо, как вы относитесь к использованию фонограммы? Отрицательно отношусь, и мне очень нравится, что подход здесь у вас в республике, люди подготовились заранее, я этому очень приятно удивлен. Приехал дирижер, приехало телевидение, приехал весь состав, который будет задействован, художник по свету, режиссер, все люди, которые будут задействованы, хотя концерт состоится еще целый месяц, ну практически месяц, но тем не менее люди настолько серьезно подготовлены, уже практически сейчас на репетиции я понимаю, что оркестр отрепетировал то задание, которое им было дано, хотя концерт еще, я повторюсь, через месяц. И вот этот подход, суперпрофессиональный, такой западный подход в хорошем смысле, он меня радует. Но все равно же, когда вы исполняете более 10 песен, голос должен отдыхать во время концертного артиста. Поэтому мы делаем перерыв. Мы первое отделение у нас с оркестром, такое очень торжественное. И после этого мы делаем перерыв. То есть отдыхаем мы, отдыхает зритель, немножко переваривает ту музыку, которую как бы в первом отделении мы даем. И второе отделение, оно уже будет резко отличаться от первого. Уже оно будет более динамичное, более веселое, что ли, позитивное такое. А вот, и потому мы делаем такой перерыв, как на любом солидном концерте. И люди с удовольствием приходят, уже отдохнувшие, на второе отделение. Как был неправ я, только время не вернуть. Как на руках твоих мне хочется уснуть. В глазах уставших одобрения искать. Прости мне, мама, я не все сумел сказать. Твоих волос коснулась седина, но нет и дня, что мне просил я небеса. В святой молитве умерцающей свечи Господь, храни ее, прости меня, прости. В 1993-м Сергей Любавин выпустил первый альбом под названием «17 с половиной». В настоящее время песни талантливого исполнителя в ротации самых престижных радиостанций страны. Клипы на его песни в эфире популярных центральных и региональных телеканалов России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдовы. Национальный канал Сергея Любавина на портале YouTube ежедневно посещают тысячи поклонников творчества. Фан-клуб талантливого певца в России и за рубежом насчитывает уже более 1 000 000 человек. Никогда такую не встречал, а была девчонке прокричал. Зажигают в небе свечи женщин ласковые речи, словно волны бьются о причал. Дай мне, дай мне, дай мне огня, приласкай скорее меня. А когда растает туман, вдаль уйдет караван. Сергей Любавин занимает особое место в музыкальном мире постсоветского пространства. Уникальность поэта, композитора и исполнителя шансона в редкой для настоящего времени романтичности, неподдельной искренности, настоящей интеллигентности и удивительной любви к слушателям. Дискография Сергея Любавина насчитывает более 15 альбомов. В каждом чувствуется творческий поиск исполнителя. С одной стороны, Сергей Любавин не может без дворовых песен,
С другой, у него появилась собственная лирика с интересными мелодиями, стихами и аранжировками, мелодичные композиции и романсы. Работает над вашим сценическим образом? Либо это вы сами, либо есть команда какая-то? Но это происходит периодически, эпизодически. Какой-то большой концерт или фестиваль, мы берем профессиональных людей, это стилисты, визажисты. Они какие-то штрихи в мой, в общем-то, образ, который сложился уже с годами, они добавляют. Какая-то прическа или какой-то стиль в одежде. Вот. То есть это не происходит постоянно. Вот. Да я думаю, мужчине не нужно сильно углубляться и делать акцент на это. Вот. Скорее, я думаю, что это прерогатива женщин. То есть я считаю, что певец должен выходить опрятный, аккуратный, петь хорошо, да, заводить публику. А вот вы в своем творчестве, скажем, выбрали такой жанр, как лирическое, да, исполнение, и вы делаете больше упор на чувства, лирику и чувства. Почему? Почему не рок? Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, ну, об этом говорит и вся мировая литература, и все мировое искусство, нет ничего более глубокого и прекрасного, нежели отношения между мужчиной и женщиной. Ну, это сама квинтэссенция природы. И поэтому, естественно, ничего нет более глубже песен об этом, песен о любви, и ничего нет более прекрасней. Хотя признаю, что в моем репертуаре много песен социальной направленности и много песен о, там, я не знаю, там, о чисто мужских таких песен, армейских песен. Вот целый альбом у меня есть. Вот. Но, тем не менее, я считаю себя лириком, и потому что просто с годами пришло понимание того, что самое глубокое, что и самое прекрасное, что есть на этой земле, это есть отношения между мужчиной и женщиной. А вот не считаете ли вы, что такой вот стремительный, я бы так вот скажу, такое, может быть, не совсем хорошее слово, бешеный ритм нашей жизни, да, он изменил несколько мужчин по отношению к женщинам, а мужчины стали более жесткими, более там, вот, несколько другими, чем вот там 17-18 век. Таня, отчасти я с вами согласен, что ритм жизни, современной жизни, он делает немножко общество в целом несколько бездушным. И это же отражается на отношениях между мужчинами и женщинами. Вот. Но отчасти могу сказать, что мне повезло с профессией. И отчасти недостаток этого мы компенсируем на сцене. Мы певцы, мужчины, которые выходят и говорят со сцены, что действительно сейчас такой век, и мужчины делают мало каких-то мало хорошего, мало говорят теплых слов, мало нежности в отношении к женщинам, и давайте мы это компенсируем, и вот эту песню я посвящаю, ну и так далее, и так далее. И я думаю, что и люди театрального искусства, и художники, и поэты делают то же самое. Таким образом, вот этот бешеный ритм, вот этих, вот эту тройку гоголевскую, которая несется куда-то, мы ее немного сдерживаем. Считаете ли вы себя психологом в таком случае? Больше мы делаем внутри, то есть больше мы передаем в песне, в голосе и в звуке то, что публика получает здесь в зале. Сашенька, да? Готовы? Я знаю, ты для меня на свете самая родная, твое имя как молитву повторяю, и не признаюсь, как я по тебе скучаю. Я знаю, моя единственная, строгая, простая, схожу с ума, с тобой я голову теряю и забываю посмотреть на небеса. Звезда сорвалась, загадай скорей одно желание судьбы своей. Всегда быть вместе, хоть 100 тысяч лет. Твоей улыбки видит свет млечные звезды, маяки. Красное.
такому, скажем, факту, что вас сравнивают со Стасом Михайловым? Сравнения тут, наверное, никакого совершенно, потому что Стаса я знаю уже больше 10 лет. И мы с ним параллельно начинали. Я из Сибири, он из Сочи. И у нас в творчестве у него свое направление, у меня свое. У нас даже публика совершенно разная. И это как бы подчеркивают и в социальных сетях, и все. Если вот, ко мне больше ходят люди с семьями, с маленькими детьми. У меня много в репертуаре песен таких, как «Дочка», там, какие-то детские моменты. То есть, в принципе, может быть, сравнивают просто, наверное, двух мужчин, и которые там стоят на сцене и поют лирические песни. Вот, наверное, если вот это сравнение, а так вот по творчеству, по образу, по имиджу, который мы несем на сцене, ну, мы разные. А как вы думаете, за что вас любят поклонники? Вот, может быть, вам пишут, да, вот, сложно сказать. Есть какая-то любимая песня у них, да, которая, ну, они вам об этом говорят. Сложно сказать, мы просто давно не были в Молодечно, и 29 ноября мы как раз убедимся, насколько нас любят, может, нас не любят уже, скажут, разлюбили. Вот, но я считаю, что любой певец, любой артист, который стоит на сцене, он должен нести, во-первых, позитив, и во-вторых, он, и даже и во-первых, он должен давать надежду. Надежду людям, надежду сидящим женщинам в зале, которые с концерта должны уходить одухотворенными и с верой в будущее. Я даже говорю, сейчас, наверное, вот такая старенькая у меня есть песня, давно ее, за давностью лет написал, уже даже не пою в концертах, но я говорю, вот мне, милые женщины, у меня есть песня «Одинокая ласточка», она называется. Я говорю, есть в зале «Одинокие ласточки»? Они так, есть, есть. Я говорю, песня обладает мистическим свойством. Когда женщины со мной поют эту песню, на следующем концерте, хоп, уже рядом мужчина сидит. Я говорю, я не понимаю другого. На следующем концерте я приезжаю, и женщина сидит с мужчиной, и она говорит, Сергей Петрович, еще раз «Ласточку». Вот, и поэтому вот такие штрихи маленькие в концерте, они способствуют тому, что человек, женщины, мужчины, они уходят одухотворенными, окрыленными, с какой-то надеждой. Если у человека что-то не ладится на работе, в семье, в личной жизни, он должен здесь, с этой сцены, получить все те положительные эмоции, которых ему недостает в жизни в обычной. А вы гастролируете часто. Наверняка есть какие-то казусы. А вот вы упоминали уже этот город Бобруйск. А у вас там тоже, я знаю, был такой казус перед концертом. Там случился пожар. Может быть, ну, несколько нестандартно ведут себя ваши поклонники. Вот тогда я понял, что такое настоящие белорусские женщины. Дело в том, что в Бобруйске был концерт. Уже полный зал, билеты распроданы за несколько недель. Мы в гримерке переодеваемся, у меня там своя гримерка. И вдруг я слышу, что в коридоре что-то, нечто происходит такое, ну, какая-то беготня. Я не понимаю, что происходит. Вдруг заходят в гримерку ко мне милиционеры, заходят пожарные. Говорят, Сергей Петрович, у нас пожар, вы извините. И там сзади, за ними, кто-то кричит, женские голоса какие-то. И пытается прорваться, и на заднем фоне такой фон: женщины, здесь ведь пожар, сейчас все загорится. Да плевать мы хотим к артисту, к Любавину. Растолкают, заскакивают женщины с цветами, вручают мне эти цветы, тут уже задымление, тут вручение цветов, мы уже с сумками, с этими костюмами выбегаем из этого зала. Но вот я тогда понял, что если женщина хочет, она своего добьется всегда. Это женщина, которую люблю я очень. Это женщина, которая мне снится ночью. Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой. Это женщина, которая подобна чуду. Это женщина, которую я помнить буду. Это женщина, которой никогда не стать моей судьбой. И вообще мы любим ездить в Беларусь.
Но не так часто это удается делать, поскольку у нас достаточно плотный график, и если как бы заранее мы планируем все эти туры, uh-huh. вот у нас до этого был тур 6 городов, сейчас будет 3 города вместе с Молодечной. И я надеюсь, на следующий год мы сделаем такой развернутый тур, то есть через год от Бреста и до Орши. Uh-huh. Такой вот у нас большой будет тур, но, скорее всего, это уже будет новая программа. У вас такая всенародная, скажем, любовь, да, к вам. А почему очень мало ваших песен на радио и на ТВ-каналах? Сейчас отчасти это восполняет интернет, YouTube. Вот. Но я бы не сказал, что мало на радио, потому что только вот в Москве порядка 10 или там, 12 радиостанций нас крутят по всей России. Вот, в Беларуси я тоже знаю как бы много радиостанций, которые ну, как бы в этом формате ротируют моих песен. Они просят новинки какие-то прислать. То, что касается телевидения, ну, наверное, есть ощущение нехватки. Но нехватки, опять же, эта нехватка состоит в том, что у нас очень плотный гастрольный график, и мы вынуждены даже от наших российских, я имею в виду, каналов, куда нас приглашают, отказывать передачи, потому что мы не успеваем, мы на туре, и где-то продаются уже билеты, допустим, и мы не можем людей подвезти, отменить этот концерт для тысячи, для двух тысяч человек в угоду нашему эфиру телевизионному. И поэтому мы сейчас стараемся как можно больше участвовать в каких-то передачах, в основном центральных каналов, но их, как вы правильно заметили, Таня, не так много. Мы сейчас с вами встречаемся, и концерт у вас накануне такого зимнего, любимого всеми праздника, Нового года, да? А вот вы любите сами получать подарки или все-таки выступать в роли Деда Мороза? Я вообще в этой жизни классический Дед Мороз. Я люблю дарить подарки, очень люблю готовиться к этому. Для меня тема подготовки, какой я подарок тому или иному человеку подарю, я это заранее обдумываю. Она доставляет мне больше удовольствия, нежели само дарение или когда мне дарят подарки. Вот, и поэтому здесь я, наверное, вот как вы выразились, Дед Мороз. Праздник Новый год очень люблю, но я люблю уже много лет отмечать его на работе. Где-то в каком-то городе. Это или концертный зал, или какой-то дорогой ресторан. И у меня проходит там концерт, и потом мы с коллективом отмечаем Новый год, но происходит все очень мобильно. Я не люблю стандартные какие-то, когда там салат оливье, шампанское, поели, попили и легли спать. Мы что-то придумаем веселое. Мы, допустим, можем провести Новый год, бой курантов, потом все коллективом одеть коньки, пойти куда-то на каток кататься, развлекаться или лыжи. Вот, или, допустим, организовать какую-то баню, пойти в баню. Что-то такое интересное, динамичное, неотягощающее и очень веселое, чтобы можно было запомнить на весь следующий год. То есть креативное что-то, да? Да, придумываем, да, конкурсы устраиваем в этом смысле. Бьют часы, кончается в полночь время декабря. Мы одни в большом старом доме, только ты и я. Загадай желания свои, не знай, что сбудутся они, услышь. Нам шепчут с небеса, ночь рождает чудеса. Кружится снег, летит, не тая, белый снег. И музыка звучит во мне, как в сказке дивный мир наполнив светом. Пусть Новый год подарит счастье в Новый год. Пусть чудо вдруг произойдет и станет жизнь теплом, любви согрета. Теплом любви согрета. У меня друзей очень много, у меня очень много друзей в Беларуси. Люди, даже которые белорусы, которые живут у нас в России, работают там. Когда я приезжаю в тот или иной город в Беларуси,
люди приходят на мои концерты, их родители, моих друзей, их родственники. Вот. И мне это очень приятно, потому что я все-таки считаю, поскольку человек публичный, и мне приятно дарить своей профессией, в том числе своим творчеством, дарить тепло людям. Я объясню, что я имею в виду. Вот когда я приезжаю в мой родной Новосибирск, там люди, с которыми я в детский садик ходил, потом учился вместе, они не видятся в родном городе десятками лет. И когда я приезжаю, у меня концерт в Новосибирске, они собираются все, как знаете, какой-то, как будто это какое-то 20-летие или 30-летие со дня окончания школы. И я вижу, что люди не встречаются, а я являюсь просто поводом, маленьким поводом для того, чтобы все эти люди собрались вместе, пообщались, получили массу эмоций, но только за это можно любить мою профессию. Впервые 29 ноября в рамках телевизионного проекта «Новогодние вечера в Молодечно» состоится концерт съемка выступления Сергея Любавина в сопровождении заслуженного коллектива Республики Беларусь симфонического оркестра Молодечнинского музыкального колледжа имени Михаила Клеофаса Агинского под управлением Григория Сорока, где популярный исполнитель шансона Сергей Любавин в очередной раз восхитит зрителей светлой энергетикой, обаянием, утонченностью, каким-то непостижимым образом сочетающейся с истинной мужественностью. Всегда быть вместе, хоть 100 000 лет, твоей улыбки видит свет. Хорошо, спасибо вам большое, что уделили нам время перед своим концертом. Я желаю вам, я думаю, присоединяются все, кто нас смотрит, долгой сценической жизни, новых творческих каких-то успехов, новых песен, ну и, конечно, благодарных поклонников. Спасибо, Таня, огромное. Спасибо, дорогие телезрители. Я могу пожелать вам от всей души мира в ваших домах, крепкого сибирского здоровья вашим замечательным деткам. Мужчины, любите женщин и всего вам самого доброго. Жду вас 29 ноября в Молодечно, во дворце, на концерте. Всех люблю. Всегда ваш Сергей Любавин.